Начинается имитация аварийной ситуации с последующей аварийной сцепкой и буксировкой юникара. Машины будут двигаться с интервалом 1.5 минуты. Первая машина пошла. Юникар приближается к высокой опоре, одной из двух промежуточных. Высота ее, напомню, почти 14 метров. И вот в этом месте якобы произошла аварийная ситуация. Вообще, конструкторами закрытого акционерного общества «Струнные технологии» создана специальная система для эвакуации пассажиров даже в подобной ситуации. Но второй вариант будет вам продемонстрирован сейчас, когда следующий, находящийся на линии «Юникар», подойдет. А что будет потом, вы увидите сейчас собственными глазами. Как вы видите, выходит на линию второй юникар. Юникар снова подходит, уже второй юникар подходит к самой высокой точке трассы и приближаются к первому, который якобы испорчен. В данный момент проходит, сейчас будет наблюдаться, сцепка аварийная. Успешно стыковка произошла. Исправный юнибус начинает транспортировать якобы сломавшийся в ближайшее безопасное место для эвакуации пассажиров и произведения ремонтных работ. Это ответ на многочисленные вопросы. А что же делать, если вдруг что-то произошло на такой высоте? С учетом того, что дистанция безопасности и интервал движения весьма невысоки, помощь придет буквально через несколько секунд.
Когда же аварийная ситуация не существует, то движение подвижного состава SkyWay в цепке может осуществляться путем специального электронного устройства в так называемой виртуальной сцепке. Коснулись вопросов безопасности. После того, что вы увидели, как это происходит на самом деле, собственными глазами, предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором более подробно рассматриваются практически все вопросы безопасности на линиях SkyWay. На дорогах мира ежегодно погибают 1,5 миллиона человек. Более 10 миллионов становятся инвалидами. Дороги занимают 20% земной поверхности, которая отнята у природы и исключена из сельскохозяйственного оборота. Существующий транспорт наносит экологический ущерб в размере 2,5 триллионов евро в год. Если не искать новых решений, то ситуация в мире будет только ухудшаться. Транспорт должен измениться, стать эффективнее, безопаснее, экологичнее. Транспорт SkyWay – это прочная и легкая предварительно напряженная эстакада, по которой на скоростях до 500 км в час передвигаются специальные электромобили различной конфигурации и вместительности. Движение осуществляется по рельсам, являющимся главным элементом эстакады. Струнная путевая структура не разрезная на всей протяженности пути. Даже если несколько опор будут повреждены, это не парализует движение, так как предварительно напряженные струнные рельсы будут только сгибаться без разрыва. В комбинации с многоэлементной конструкцией рельса она обеспечивает значительный запас безопасности. Небольшая площадь поперечного сечения основных элементов значительно уменьшает опасность, создаваемую ураганами и цунами, наводнениями, снежными и песчаными заносами, которые остаются ниже уровня движения, что делает трассу устойчивой к стихийным бедствиям. Таким образом, путевая структура SkyWay соответствует международным стандартам безопасности. Подвижной состав оснащен противосходной и резервной тормозной системами. Модули приводятся в движение 4 и более мотор-колесами, каждая из которых может работать самостоятельно. Так что даже при выходе из строя большинства приводов движение транспорта будет продолжено. Дублирование критически важных функций и систем – один из основных принципов концепции безопасности SkyWay. Полностью автоматизированная интеллектуальная система управления исключает человеческий фактор, который является причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Помимо того, она обеспечивает анализ информации в реальном времени, а также способна регулировать движение при обнаружении препятствия и контролировать поведение пассажиров в салоне. Независимо от погоды или времени суток, система обеспечивает безопасное движение в условиях плохой видимости. Эта система способна круглосуточно собирать данные о состоянии модуля и окружающей среды, контролируя процесс посадки и высадки пассажиров, а также интервалы движения. Невозможно учесть все, поэтому для экстренных аварийных случаев, помимо интеллектуальной системы, отвечающей за централизованные меры безопасности, каждое транспортное средство SkyWay оснащено рядом автономных аварийных устройств. К ним относятся автоматически сцепляемое аварийно-буксировочное устройство, с помощью которого транспортное средство, идущее сзади или спереди, может отбуксировать неисправное до ближайшей станции. Огнетушители в пассажирском салоне, а также дуплексная голосовая и видеосвязь с диспетчером. В крайних случаях пассажиры могут быть эвакуированы из салона через аварийный выход при помощи надежного эвакуационного механизма.
Разработанные для достижения максимальной безопасности и эффективности при минимальных затратах энергии, системы SkyWay имеют на сегодняшний день самые низкие уровни воздействия на окружающую среду, работая на чистой электроэнергии. Для них требуется минимальный землеотвод, что обеспечивает возможность строительства жилья и выращивания сельскохозяйственных культур под путевой структурой. Global Star Club. Возможности безграничны.